13 января в России отмечают День печати. Спецвыпуски к празднику готовят не только редакции официальных СМИ, но и школьные пресс-центры. Они есть в каждом общеобразовательном учреждении Твери. Например, в школе номер 43 уже 7 лет выпускают газету «Отражение». Подробности в нашем сюжете. В школьной библиотеке кипит работа над очередным выпуском газеты «Отражение». Редколлегия обсуждает тему следующего номера. Посмотри вот этого термина определения, пожалуйста, в словаре. Угу. Правильно мы его употребили здесь или нет? Газета «Отражение» выходит раз в месяц. Над ее наполнением работают педагоги и старшеклассники. В каждом номере самые интересные и яркие события. Поздравления с днем рождения, анонсы школьных мероприятий. Ребята принимают активное участие в написании статей, в подборе фотоматериала, который размещается в газете. И, соответственно, составляют выпуски. Долго достаточно спорят над тем, что попадет в номер, а что нет. Печатная версия газеты уже давно не единственный школьный медиаресурс. Помимо страницы ВКонтакте и официального сайта школы, есть паблики, посвященные деятельности объединений дополнительного образования. Илья Куликов – разработчик сайта театрального кружка «Школьный дебют». Здесь все по-взрослому. Можно не только узнать информацию о постановках, но и забронировать места в зрительном зале. Разработка идет по сей день, усовершенствование, вернее. Добавляется новый функционал. В будущем хочу добавить систему оповещения о новых сеансах. Помимо работы над выпусками газеты, ведением паблика в социальных сетях, старшеклассники еще и готовят видеоматериалы и презентации для медиаточки. Когда есть какие-то важные даты, например, как 16 декабря, 1 сентября, мы подготавливаем презентации, видеоролики и транслируем их. При входе в школу у нас размещен экран, чтобы все, кто приходит в нашу школу, могли ознакомиться с какой-то информацией. Сейчас пресс-центр 43-й школы успешно создает контент сразу для нескольких видов СМИ, а его коллектив всегда рад новым участникам.